Друзья, сегодня у нас будет обзор про хорошие качественные отвалы. Вы часто спрашиваете, какой отвал вам купить и выбрать, чтобы он действительно служил долго, его не нужно было постоянно подваривать, переваривать. Количество производителей на рынке сейчас достаточно большое. Все они разные по цене, разные по качеству, по конструкции. Поэтому хотим вам действительно представить хороший качественный продукт, которым вы останетесь довольны. Сейчас подробно расскажем про данный отвал. Друзья, всем привет! Сегодня собрали очередную готовую машину. Хотелось бы затронуть нам тему отвалов. Так как рынок большой, цены разные, есть дешевые, есть дорогие. То есть давайте вот посмотрим сейчас на примере 82-й балочный мост 82.1 в комплекте с переволоцким отвалом СО2.5 и навеска универсальная. Также у нас еще щетка Сальсельмаш идет на тракторе. Хотелось бы еще сказать всем большое спасибо, кто оставлял комментарий к нашим предыдущим двум видео, где трактор 82.1 с заводским кондиционером и такое сравнение или обзор на 82.3. Большое спасибо, много комментариев, много конструктивных комментариев. Всем спасибо, продолжаем для вас снимать и давайте здесь тоже обсуждать будем. Итак, да, есть отвалы дешевые, есть дорогие, из разного металла, то есть под разные задачи. Вот сейчас хочется сакцентировать внимание на переволоцком отвале СО2.5, потому что по сравнению с какими-то коммунальными, да, отвалами, скажем так, он более прочный, более крепкий, то есть конструкция. Тут не один цилиндр идет, как на обычном коммунальном отвале поворотный. Здесь у нас два цилиндра. Плюс сама вот эта рамка, то есть много металла, металл толстый, сварено, отбойники, сама форма отвала идет у нас, получается вот такая загнутая, как скоростной отвал, да, то есть на скорости он будет перед собой накидывать снег и уже в угол уводить. Так, здесь у нас идет техпластина армированная, метровая. Вот здесь вот обозначение 40 на 250 на метр. Длинометр, толщина 40, высота 250. И также в комплекте с отвалом у нас идут ножи. Ножи перекручиваем вместо... Ножи перекручиваем, ставим их вместо техпластин и... Уже работаем по льду. По льду или почему-то более плотному. Так, крепится это у нас все на навеску NO2. То есть навеска NO2 это навеска универсальная. У нас получается так, что когда мы комплектуем машину снегачом, то есть у нас также идет NO2, навеска универсальная. На нее уже одевается вот сюда. Тут как автосцеп с фиксатором. Вот. Здесь у нас одевается уже снегач и идет передний вон. То есть, если приобретаете машину и в перспективе хотите чистить снег снегачом, то можно будет использовать и отвал, и снегач. То есть, начинаем, допустим, с отвала, потом, да, укомплектовываем передним вомом, выводим сюда у нас через подвесные подшипники, вот примерно в это место у нас выходит хвостовик вома, и дальше ставим снегач, одеваем кардан и поехали работать уже снегачом. При установке ПВОМа сохраняется возможность использования щетки. То есть мы щетку также можем одеть, и у нас будет работать одновременно и снегач, и щетка. Так, по отвалу сейчас возьму штангель, померяем толщину металла. Я говорю, ну вот в этом месте именно сам каркас. И силовая, ну, скажем так, силовая часть здесь выше, чем у обычных вот коммунальных, там, недорогих отвалов. Цена данного отвала на сегодняшний день порядка 250 тысяч рублей. Это вот комплект навеска и сам отвал.
Вот, у более дешевых меньше металла. Также у нас здесь БРСы. Если мы отстегиваем отвал с автосцепа, отсоединяем БРСки и спокойно поехали. Остается только навеска. Сейчас возьму штангель-циркуль, промерим толщину металла на отвале. Здесь достаточно удобно расположены такие вот фиксаторы, опоры. То есть мы ставим эти опоры, у нас по краям отвала две штуки, и вот здесь одна, чтобы было удобнее отцепляться и прицепляться. Вот. Отвал хороший по качеству. Плюс вот работа на большой скорости. То есть дороги, автотрассы, дороги чистить. Это будет здорово. Колею трактора вот так вот поперек, он 2,5 метра перекрывает. Под углом, я думаю, тоже перекроет. Так, по трактору у нас здесь уже вот с двумя ремнями на генератор, с теплообменником на масляном фильтре. Так, ну и сзади давайте посмотрим. Сзади у нас щетка сальская, коммунальная, МК-4.1. Ну, здесь все как бы стандартно сзади. Так, давайте промерим сейчас толщину металла на отвале. Буквально секунду, возьму штангель. Так, друзья, вот мы вооружились электронным штангелем. Конечно, не самая, наверное, точная вещь. Советские обычные штангели поточнее будут. Так, давайте померим. Вот перегородки у нас 9